12 декабря в России отмечают День Конституции. Всенародное голосование за принятие основного закона страны состоялось 30 лет назад. В городском округе Люберцы в честь юбилейной даты прошли тематические мероприятия. Об одном из них расскажут мои коллеги. Сегодня в гимназии номер 16 урок обществознания проходит в необычном формате. В гостях у флагманской школы глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Повод для встречи особенный. Основному закону российского государства исполнилось 30 лет. Я поздравляю всех с такой круглой датой, с этим праздником. Конституция – это главный документ страны, в котором прописаны все нормы, правила, законы, по которым живет наше общество, развивается наша страна. И, конечно же, вы, как молодые граждане, должны знать об этом, должны чтить, уважать законы. Для 10 воспитанников гимназии этот день Конституции стал особенным. Из рук главы Люберец они получили свои первые паспорта. Официально стать гражданином страны в такой день почетно вдвойне. Паспорт – это официальный документ, который я должен беречь, и он удостоверяет мою личность. Я стал уже полноценным гражданином и обязан соблюдать все законы и знать все свои обязанности. А какие у гражданина Российской Федерации права и обязанности, школьники подробно рассмотрели на уроке. Также учащиеся 8 классов подготовили короткие доклады об истории Конституции, начиная с 1918 года. Свои знания воспитанники флагманской школы закрепили на групповых занятиях. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.